Ты такой сексуальный. Иди ко мне. Мы не спим, спрашивают пользователи сети. Дженнифер Энистон и Брэд Питт и правда флиртуют? Подтверждаем, это не сон. Бывшие супруги снова любовники. Эй! Только это роли. Чтение романа для благотворительного проекта. Героя тоже зовут Брэд, так что соблазнение казалось реальным. Честно говоря, жалко, что это только актерский проект. А вот еще одно шоу «Сестер Кардашьян», и оно закрылось. 14 лет сестры были в эфире, но 2020-й и их победил. Нашлась все-таки проблема побольше, чем у Ким Кардашьян.